Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет с вами очень интересная задача выбрать 10 продуктов из каталога 17 компании Oriflame, на которых мы будем делать с вами акцент, но, по крайней мере, ну не все, конечно же, у каждого свои предпочтения, но я на них делаю акцент, потому что из такого огромного ассортимента клиентам трудно очень выбрать продукцию, чтобы быстро определиться с заказом, а нам с вами нужно этот месяц активно использовать для того, чтобы собрать как можно больше заказов и заработать побольше денег к Новому году на подарки близким, родным и на хороший классный праздник. И я закладочками пометила уже продукты, на которых я остановлю свое внимание, но, как всегда, мне было очень-очень сложно выбрать, что же из этого каталога будет самым-самым таким вот востребованным, популярным. Ну, сейчас об этом поговорим, а вы, конечно же, обязательно в комментариях пишите свои топовые продукты, которые вы предлагаете своим близким, клиентам, для того, чтобы они побаловали себя и своих близких. Так что приступаем! Каталог номер 17 действует с 10 декабря по 29 декабря. То есть у нас с вами достаточно времени еще впереди для того, чтобы успеть каждому своему знакомому и близкому показать этот шикарный каталог. Итак, топ-10 у меня начинается вот с этого разворота. Это специальные смягчающие средства с ароматами миндаля, розовым маслом и розовенькая такая баночка без аромата, то есть не ароматизированный. Вот так выглядит это средство. У меня была смешная история, когда я только видела каталог первый раз, и как раз на развороте была эта баночка таким крупным планом, и я подумала, что за такие копейки мне придет такая огромная баночка. То есть я не обратила внимания, что здесь написано 15 миллилитров. И когда я получила вот эту маленькую бочоночек, я не поняла, говорю, это что такое? Я такое не заказывала. Но потом разобрались, посмеялись, и с тех пор я влюбилась в это средство. Оно есть у нас всегда. И смягчашечку мы используем для того, чтобы все смягчать, что сохнет. Это кожа губ, кожа вокруг глаз, кутикула вокруг вот ногтевой пластины, коленочки, локоточки, пяточки. У кого вот сильно сохнут пяточки, ножки, можно мазать этим средством, и оно шикарно будет смягчать. Это средство с прополисом, то есть с натуральными компонентами, и очень приятное. Я, конечно, люблю ароматизированное, всегда беру себе с разными ароматами. Двигаемся с вами дальше. На следующей страничке буквально нам представлен чудесный набор маскарад. То есть это не набор, парфюм, маскарад и гель для душа лаванда. Но это очень красиво сочетается по цветам. Это будет роскошный подарок. И потрясающая цена 399 рублей за 2 продукта. И я вам скажу, что парфюм такой у меня был. Это туалетная вода, но тем не менее она очень стойкая. Очень вкусный аромат. Настолько он приятный, со сладкими нотками, и он запоминающийся, что даже я его себе повторно заказала. Жду уже, скоро придет мой заказ. Потрясающий набор, его можно, кстати, разделить, например, гель подарить одному человеку, парфюм другому, или, например, парфюм оставить себе, а гель кому-то подарить. То есть тоже шикарный вариант, и мне очень нравится это предложение, поэтому у меня в заказе есть и для меня, и для моих знакомых. Следующая страничка – это помада, новинка совсем недавняя, из серии The One. Шикарная ультракремовая помада, много оттенков, по-моему, 26 оттенков этой помаде. Очень здорово разделили по цветам, холодные, нейтральные, теплые оттенки. Проще выбирать людям такие, когда уже разграничение идет по цветовой гамме. И мне понравились эти помады по качеству. Единственное, у меня возникла проблема, почему я такую помаду себе до сих пор не заказала. Мне слишком много оттенков понравилось. Это была первая. А второе, я хочу поменять цвет волос. И поэтому пока еще не знаю, какой оттенок помады будет для меня актуальный. Поэтому я с помадами немножечко сейчас притормозила заказывать. А вам, конечно, я рекомендую эти помады.
Желательно иметь пробники, потому что бумага не может передать оттенок помады такой, какой он есть на самом деле. И желательно, конечно, дать клиентке попробовать помаду, прежде чем она ее закажет, чтобы это был идеальный просто тон, которым она будет довольна. И обязательно подбирайте к помаде контур, потому что с контуром любая помада смотрится намного выигрышнее, чем без контура. Следующая страничка посвящается лакам The One. Я вам приготовила 3 оттеночка лака. Такие сочные оттенки попались. На самом деле у меня их очень много. Есть 2 верхних крем-брюле, есть арбузный сок. Вот как раз ночная орхидея у меня в руках. 305-27. Роскошные, крутые оттенки. Лак великолепно лежит на ногтях. Он быстро сохнет. Мне нравится то, что он с одного покрытия сразу проявляется. То есть достаточно один раз просто провести кисточкой, и этого достаточно, чтобы ногти выглядели идеально. И мне нравится он по стойкости. То есть это один из моих любимейших лаков, которые я пробовала когда-либо в своей жизни. И какой бы я оттенок ни взяла, все классные. Вот даже у меня сейчас такой золотистый оттенок, его, правда, нет в этой коллекции, но он просто великолепен, и я им очень довольна. Хочу показать, какая у лаков кисточка. Сейчас открою. У них очень удобная кисть. Посмотрите, она такая широкая, сделана по форме ногтя, то есть у нее закругленный кончик и достаточно широкая такая вот пластиночка, да, я бы так сказала. Очень удобно, буквально 3 взмаха и прокрашивается весь ноготочек. Поэтому обращайте внимание, и у меня очень много всегда заказывают лаки, и мы сами их любим, поэтому думаю, что лаки будут быстро расходиться у нас. Следующая страничка — это помада, матовая губная помада Giordani Gold. У меня есть 3 оттенка, вот здесь я не стала себя ограничивать, потому что это редкостные цвета, и ничего подобного у нас давно не было, чтобы матовое, да еще и с металликом. Показываю вам в очередной раз оттенки, которые я себе взяла. Это сияющий нюд, очень красивый цвет. Холодная роза, рядышком нанесу холодную розу, чтобы вы хорошо рассмотрели, насколько это красивый цвет. И самый бомбический оттенок — это рубиновое мерцание. Он такой сочный, такой весь переливающийся. Мне все оттенки нравятся, крашусь в основном сейчас ими, то одним, то другим. Никак не могу насладиться этой классной суперской помадой. Вот, так что имейте в виду, пока она идет по такой классной цене. И здесь указано, что помада — ограниченный выпуск. И если вы не успеете заказать, то можете не успеть совсем уже заказать. Следующая страничка. Так, подождите, не открылась до конца. Так, вот. На этом развороте представлены наборы для волос. Это шампунь и бальзам. 3 набора. Один для тонких волос, другой для увлажнения и блеска, третий для жирных волос. Посмотрите, какая роскошная цена. Всего 319 рублей за такой классный набор. Я, конечно же, себе выписала наборчик. Жду, уже скоро придет. И их очень часто заказывают. Поэтому предлагайте клиентам посмотреть каталог и обращайте внимание на эту страничку. Потому что очень хорошие, качественные шампуни серии Higher X. Следующая, самая популярная страничка, посвященная деткам. У нас вышел новый набор для мальчиков. Он включает в себя мыло и туалетную воду Микки Маус. И на другой страничке тут же детский набор. То есть я считаю, что это будут самые популярные наборчики, потому что деткам все дарят подарки. Даже кто идет в гости, может быть, не возьмет подарок для взрослых, но для детей, если в этом доме живут малыши, обязательно что-то нужно принести. И я очень вам рекомендую бальзам для губ Mini Mouse. Сама им пользуюсь. Восторг, полный восторг. Самый вкусный бальзамчик, который у нас был. Конечно, я очень люблю вот эти баночки, но не всегда удобно из них доставать пальчиком. Там нужно лазить, откручивать. А это в форме помады очень удобно. Пользуюсь регулярно, в день по нескольку раз. Он у меня стоит на рабочем столе, и поэтому я постоянно увлажняю губки, чтобы они не сохли. Потому что сейчас зима, отопление, дома жарко,
и губы сохнут быстрее, поэтому не дадим им засохнуть, и эту страничку мы отдаем деткам. Следующий топовый продукт у нас крем для рук Loving Care, я выделила 150 миллилитров его объем, 119 рублей. Обратите внимание, тут же рядом лежит крем мед и молоко, 75 миллилитров, то есть этот будет в два раза больше, XXL. Та же самая цена, это роскошный подарок, это просто приятный супер аромат. Я заказала себе даже несколько штук, ну какие-то я подарю, какие-то оставлю себе, ну штучки 3 себе точно нужно будет оставить, потому что такой большой объем хватит надолго. Я очень люблю аромат миндаля, кстати, из этой серии Loving Care я брала все продукты и от всего я осталась, не скажу, что прям в восторге, но мне очень понравилась продукция. И в плане дизайна мне очень нравится такой светлый, чистый оттенок, который используется в этой коллекции. Достаточно так приятно смотреть, когда в ванной стоит эта продукция, то есть она как бы удораживает ванную. И я люблю такую чистоту. И мне очень нравится этот аромат. Следующая страничка у нас тоже отдается таким предметом, как мыло. Одно даже я вам покажу, распаковала уже. Это мыло пряный цитрус. Так оно выглядит. То есть как мыло ручной работы, прозрачное, с краплениями. Кстати, сейчас меня добавили в группу, где девочка сама делает мыло ручной работы. И самый дешевый кусочек стоит 100 рублей. Маленький там, ну, в какие-нибудь формочки, например, та же звездочка стоит 100 рублей. Здесь же у нас всего 69 рублей любой кусочек мыла. И я себе заказала apple, яблоко и корица. И пряный цитрус у меня уже есть несколько кусочков. Я обожаю эти мыльца, они действительно приятные, очень вкусно пахнут, долго сохраняется аромат. И хороший плотный кусочек долго служит. Я от него просто в восторге. И любой из этих мыл очень вкусный. То есть можно выбрать снежинку или такое, какое угодно. Все оно очень крутое. Так, и завершает топ-10. Это тушь 5 в 1, ультра-черная, за 199 рублей. Я вам покажу ее кисточку, потому что у меня тушь с прошлого года. Я вот сохранила упаковочку для того, чтобы просто показывать, как выглядит эта тушь. Вот в прошлом году она была в таком дизайне, тоже ультра-черная. У нее очень крутая кисточка, она моя самая-самая любимая на свете. Шикарно прокрашивает все реснички, очень удобно ей пользоваться. Ресницы получаются такие прокрашенные, объемные, удлиненные, подкрученные. Ну, я просто в восторге. Поэтому думаю, что это тоже будет одна из самых популярных в заказе у каждого. Обращаю ваше внимание, что чтобы получить такую тушь за 199 рублей, нужно, чтобы был в заказе хотя бы один продукт из каталога. И вот сколько у вас будет продуктов, например, если вы заказываете 3 кусочка мыла, вы можете заказать 3 туши и так далее. То есть чем больше продуктов, тем больше вы сможете заказать туши. На этом мой обзор закончен. Надеюсь, вам будет полезно это видео в том плане, чтобы проще было работать с клиентами. Знать, на чем делать акценты, чтобы у вас точно были заказы. Ну, к сожалению, в топ-10 не могло войти все. Я думаю, что будут еще популярные также наборы с ароматами, наборы с такие вот уходовые, недорогие, да, такие вот маленькие. Обращаю внимание, что они придут не в коробочках. То есть, если они на фотографии здесь нарисованы, да, сфотографированы так в коробочке, набор придет не в коробочке. Обращайте внимание в перечень продукции, что здесь написано. Если не указана коробочка, значит ее не будет. Вот. Но это как пример, как можно упаковать и преподнести подарок. Вот. Так что вам желаю вкусно, классных покупок. До новых встреч в наших роликах. Ставьте лайк, если видео полезное, понравилось. И пишите свои продукты, которые вам больше всего нравятся в этом каталоге. До новых встреч! Всего доброго! Пока-пока! GoPro Stop Video!